Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про выставку животных «Зоопалитра». Морские свинки, хомяки, крысы, дегу, шиншиллы, декоративные мыши, кролики. 8 февраля выставка «Зоопалитра» в очередной раз дала возможность всем желающим соприкоснуться с интересным миром мелких домашних животных. На мероприятии посетители смогли увидеть различных маленьких питомцев и пообщаться с их заводчиками. Ну, участвую в выставке я второй год, точнее, даже второй раз. Нравится участвовать, потому что здесь много интересных персонажей можно встретить, таких как хомяков, дегу и шиншилл, особенно морских свинок. Вот. У меня на руках Берти, копченый аргента. Посетители «Зоопалитры» смогли стать зрителями интересных конкурсов. В рамках мероприятия были выбраны самый быстрый хомяк, самая нарядная морская свинка, самые породистые дегу и крысы. Также во время выставки представители благотворительного фонда «Дарящие надежду» провели урок доброты. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. «Зоопалитра» – прекрасная площадка для обмена опытом и знаниями. Каждый раз мероприятие собирает заводчиков не только из разных уголков России, но и стран СНГ. На эту выставку мы пришли в первую очередь для незабываемых ощущений, когда хвалят твое животное, особенно хвалят состояние этого животного, и ты понимаешь, насколько много сил вы вложили в то, чтобы добиться подобного результата. Сколько было предшественников неудачных по качеству шерсти, по размеру, по форме головы, по форме ушей, глаз. И просто на призовые места никак претендовать нельзя было. А здесь ты добился практически идеального результата. И это чувство заставляет гордиться своими усилиями. Выставка «Зоопалитра» проходит два раза в год. Следующее мероприятие состоится уже этой осенью. О других интересных событиях из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!